пахнут. Пахнут помидорчики Маматора. Маматора. Да. Дайте я понюхаю. А то ж так. Красиво, конечно, с виду. Очень красиво. Ой, действительно пахнет. Действительно пахнет. Уже, друзья, делаешь салатик, даже не хочется огурцов добавлять. Знаете, хочется одних только помидоров. Ну, лучком, лучком пересыпал. Сольца немножко. Надо сольца немножко? Надо. Вот. И маслица. Вот. Какое? Оливковое. Друзья, если вам хочется подсолнечного, не отказывайте себе подсолнечного. Такое ощущение, что цены снижаются. Вот как-то было $3, сейчас $2.50. Ну, это у нас как урожай, но они мягкие, понимаешь? And we'll all lay these burdens down. And when I die, dear Lord in heaven, and please take my soul from beneath that cold hard ground. Явно, друзья, демпинг какой-то происходит на рынке фенхеля. Понимаете, по доллару. А то было и по 2, и по 2.50. Вот такие здоровенные головешки. Чайвс, друзья, это такой как бы чесночок. Вот, зелененький. Натуральный он, и вкус чеснока, и запах чеснока. Очень, очень пахучая травка. Такие весы у нас. Напоминает юные годы. Глядя на него, не подумаешь, что мы в Америке, друзья. Мы в таких кедах при коммунистах ходили. Дети говорят, можно собачку погладить? Им хозяин говорит, погладьте собачку. И вот они пришли ее погладить. Здесь очень принято собачку погладить. Хозяева очень любят, когда их гладят их собачка, особенно детки. Вот. Единственное, что надо, чтобы собачка была не кусачей. Это существенный момент. Вы видите, друзья, такой избирательный лоток, где агитируют, говорит, голосуйте за социалистов. Вот у нас социалисты, вот они, двое. Это женщина слева, она мексиканского происхождения. Тут мужичок, что справа, он один из руководителей движения американских индейцев. Они сейчас активно ведут кампанию такую. И они включены в избирательный бюллетень. Вот какая-то у них есть вот социалистическая партия. Вот такие интересные ребята.